Здравствуйте, уважаемые учителя и дорогие ребята! Мы рады видеть вас на нашем мероприятии «Путешествие в биологию». Биология – это наука о живой природе. Она зародилась в 4 веке до нашей эры в Древней Греции. Живая природа – это живые организмы. Они делятся на 4 царства – животные, растения, грибы, бактерии. Эти организмы имеют клеточное строение. Самое простое строение и маленькие размеры имеют клетки бактерий. Вирусы по размеру меньше, чем бактерии. Они не имеют клеточного строения. Удивительные организмы – лишайники. Их тело состоит из грибных нитей и одноклеточных зеленых водорослей, или цианобактерий, живущих вместе как один организм. Дорогие друзья, сегодня на мероприятии участвуют ребята из 7 и 8 класса. Давайте послушаем их. Харабль-брюль. В одном из самых прекрасных уголков нашей Родины, в горах Шуше, в середине июня начинает цвести цветок невиданной красоты. А называется это чудо Харабль-брюль. По своей форме Харабль-брюль напоминает соловья. Отсюда название цветка. Хар переводится с азербайджанского языка шип, а бюль-бюль – соловей. Из трех лепестков цветка две из них напоминают крылья, а один в центре по форме напоминает голову. Харабль-брюль лечит многие заболевания. Он занесен в Красную книгу Азербайджана. Цветок Харабль-брюль – символ Шуши Карабаха, а совсем недавно стал символом победы в 44-дневной войне и символом освобождения города Шуши. Является символом Азербайджана, символизирует плодородие и богатство. Начиная с 2006 года в городе Гёйчай ежегодно проводится фестиваль граната, также известный как Нарбайрамы. В этом году фестиваль прошел 11-12 ноября. На фестивале можно увидеть разные сорта граната – ширин, шихваба, гриша и другие. Люди пробуют гранатовый сок. Кроме граната и гранатового сока, на фестивале можно также увидеть на шарап, джемы, гранатовое вино и варенье. Им привозят из сел Гёйчай для выставки и ярмарки продажи. В Гёйчай находится 67 сортов граната. На одном фестивале на выставке был показан самый большой гранат, весом более 1 500 г. При потреблении граната можно избежать таких заболеваний, как инфаркт и инсульт. Азербайджан – единственная страна, где находятся все сорта граната. Плоды граната имеют корону. Их относят к ягодам. Родина граната Персия. Среди сортов есть такие, которые вообще без семян. Гёйчай находится единственный в мире музей граната. Ежедневно нужно употреблять 4/4 граната или 30 грамм гранатового сока. Гранат используют при лечении кашля, желтухи и малокрови. Гранат полезен для работы сердца, укрепляет иммунитет при простуде, так как в нем находится витамин С. Гранат используют при лечении кашля, малокрови. Вирусные заболевания. Распространение вируса происходит при чихании, кашле, разговоре с капельками слюны. Так больной выделяет вирус, который в воздухе остается 2 часа. Человек заражается воздушно-капельным путем. Чаще болеют дети. Кори является одной из причин детской смертности. В Азербайджане наблюдается вспышка кори. Главная профилактика кори – прививка. Прививка – это введение в организм человека убитых или ослабленных вирусов кори. После прививки вырабатывается надежный иммунитет против болезни. Прививку детям делают в год или 6 лет. Заболевают непривитые дети. В редких случаях может заболеть и привитый ребенок, но привитый ребенок перенесет болезнь в легкой форме и без осложнений. Источник болезни – больной человек. Здоровый человек может заболеть вскоре во время контакта с больным. Чтобы заразиться, достаточно побывать в помещении, в котором находился больной вскоре. Длительность заболевания в среднем от 9 до 11 дней. У детей от 5 до 10 лет болезнь протекает легче. Симптомы кори на начальной стадии в течение 3-4 дней. Первое. Опухшие веки. Второе. Красные глаза, слезотечение, светобоязнь. Третье. Насморк, затрудненное дыхание носом. Четвертое. Боль в горле.
5. Охриплость голоса. 6. Поднятие температуры до 38-39 градусов. 7. Интоксикация, то есть головные боли, слабость, понижение аппетита. 8. Маленькие белые пятна на внутренней поверхности щек, которые появляются на 2-3 день болезни. Врачи назначают симптоматическое лечение. На 4-5 день болезни при новом повышении температуры появляется сып. Начинается период высыпания, который продолжается 3 дня. Сып в виде пятен появляется на лице, за ушами, шее, затем на туловище и конечностях. Вначале сып розового цвета, затем красная, бурая. Человек заразен до 5 дня высыпания. Сып исчезает в течение 1-2 недель, и человек выздоравливает. К осложнениям кори относят пневмонию, энцефалит, бронхит, глухоту, ухудшение зрения и слепоту. Чаще всего осложнения бывают у детей в возрасте до 5 лет и взрослых после 30 лет. Больному ребенку назначают постельный режим, обильное питье, супы, фрукты. Выписывают витамин А, парацетамол и другие препараты. Будьте здоровы и не болейте! Сердце находится в середине между правым и левым легкими, лишь слегка освещено в левую сторону. Размеры сердца человека примерно равны размерам его кулака. Его вес у взрослого человека составляет 250-300 граммов. В организме взрослого человека 5 литров крови. Кровь движется по сосудам благодаря сокращению четырехкаменного сердца. При физической работе работа сердца усиливается. Причина заболеваний сердца могут быть разные: неправильное питание, стрессы, малоподвижный образ жизни, или же алкоголь, наркотики, курение. Сердце вырабатывает очень слабые электрические токи, биотоки. Эти токи изменяются в зависимости от состояния сердца. Вот это кардиограмма. Кардиограмма – это запись биотоков, работающих сердечной мышцы. Врач-кардиолог на кардиограмме может обнаружить инфаркт и другие повреждения в сердце. Эпидемия цвет не соль кожи. Цвет кожи человека зависит от количества меланина в эпидемисе. Чем больше меланина в клетках кожи, тем кожа темнее. У человека с темной кожей меньше риска развития рака кожи. Под воздействием ультрафиолета в эпидемисе образуется витамин D и во время загара меланин. Долгое пребывание на солнце старит кожу, появляются морщины, пигментные пятна. У человека с красивой внешностью должна быть красивая кожа. Чтобы кожа была здоровой, пейте больше воды. Кожа любого типа нуждается в увлажнении. Чистой воды ежедневно нужно пить 2 литра. Правильно питаться. Полезно свежие овощи, фрукты, мясо, жирная рыба, орехи. Чрезмерное потребление чая, кофе ухудшает сердце. Солнце должен длиться не менее 7-9 часов в сутки. Нехватка сна делает цвет кожи тусклой. Появляются темные круги или мешки под глазами. Старайтесь избегать стрессов. Стресс плохо влияет на кожу, волосы, ногти. Многие заболевания влияют на состояние кожи, поэтому нужно лечить заболевания вовремя. Витамин А. Витамин А содержится больше в желтке, сливочном масле, печени, молоке, икре, томате, моркови и абрикосе. В растениях есть каротин, который превращается в печени витамин А. Он обеспечивает рост, развитие, формирование кожи и зубов. Имеет важное значение для зрения. Суточная норма 1 мг. При нехватке витамина А в человеческом организме развивается куриная слепота. Витамин D больше всего содержится в рыбьем жире, печени, желтке, сливочном масле. Также он образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей солнца, обеспечивает развитие зубов и костей. При его нехватке у детей развивается рахит. Суточная норма 0,2-0,5 мг. Природа нашей Родины прекрасна и разнообразна. Гениальный азербайджанский поэт Самет Фургун писал: «Я ходил по горам, я глядел меж лугов, журавлиные очи родных родников. Издалека выслушивал шум тростников и ночного аракса медлительный ход». Велико значение деревьев в природе и в жизни человека. Главная роль деревьев в выделении кислорода, без которого жизнь была бы невозможна.
В Азербайджане растут такие деревья, как линкоранская акация, железное дерево, эльдарская сосна, самшит, тис и другие. Самыми высокими деревьями в мире считаются секвойя и эквалипт. Они достигают высоты 100 метров и более. Предлагаю вам посмотреть видео про деревья. Деревья – легкие планеты. Растения, чей вклад в развитие жизни и нашей цивилизации сложно переоценить. Мы бы без них не выжили, а вот они без нас – еще как. Их адаптационные способности потрясают воображение. Деревья – самые величественные из всех живых существ. И про самые невероятные из них я вам сегодня и расскажу. Поехали! Чтобы выживать в пустынях, где дождей не бывает много месяцев, деревьям нужно обладать определенными способностями. Эти гиганты как раз адаптировались к этому. Они не просто так выглядят, как бочки. Это баобабы. Эти деревья живут тысячи лет. Они выживают благодаря суперспособности хранить сотни тысяч литров воды внутри губчатой древесины своего толстого ствола. По факту перед вами настоящие водные цистерны, и эта способность запасать воду служит бичом этого растения. Дело в том, что оно стало магнитом для различных животных, которые жуют его древесину, чтобы утолить жажду. Особенно выделяются слоны. В сезон засухи влажная древесина баобабов становится для них чуть ли не единственным источником воды на дальнем пути к водопою. Вода из древесины буквально спасает им жизни, но от этой мысли дереву легче не становится. Но можно ли винить бедных слонов, если даже люди охотно жуют влажную древесину этих деревьев? Посреди пустыни эти деревья словно оазис, без них тут просто не выжить. К счастью, баобабы обладают невероятной способностью самоисцеляться даже от таких глубоких ран. Между каждыми разрушительными атаками они расширяют пористую древесину и отращивают новую кору. И делают это снова и снова на протяжении веков. Люди на острове Мадагаскар быстро додумались, как использовать эти волшебные свойства дерева. Дело в том, что на западной части Мадагаскара засухи бывают настолько длительные, что тут почти никакие другие деревья не могут выжить. Баобабы годами могут жить без единой капли дождя. Благодаря теплому влажному воздуху, дующему с Индийского океана, на востоке Мадагаскара выпадают обильные дожди, однако горы не пускают этот дождь на запад, из-за чего тут появились огромные пустыни. И этот засушливый пейзаж тянется почти до западного побережья. Примерно в 30 километрах от него находится деревня Ампотака. Сейчас засуха, иногда температура достигает 40 градусов Цельсия в тени, дождя не было уже 10 месяцев. Каждый день это борьба за выживание, ближайшее водоснабжение в 60 километрах отсюда. Воды так мало, что еду готовят в жидкости дыни или арбузов, да и они уже заканчиваются. Эти двое жителей деревни направляются к своему секрету выживания, к дереву баобаб. Собственно говоря, баобаб — это причина, по которой жизнь людей в этих местах вообще возможна. Баобаб так и называют — древо жизни. Для этих людей оно — спасательный круг. Большой ствол вмещает так много воды, что всего несколько деревьев могут помочь целой деревне пережить годовую засуху. Дело в том, что, как я уже говорил, у баобаба есть экстраординарная способность — выживать после очень глубоких ран. Это дерево отличается невероятной жизнестойкостью. Это позволяет выдолбить его мягкий ствол изнутри, чтобы создать резервуар для воды. И при этом дерево не погибнет, оно просто за полгода отрастит кору во внутренней части и станет водонепроницаемым. Получается живой колодец или живая бочка. Чтобы выкопать баобаб, нужно больше 2 недель. Это тяжелая работа. Их следует выкапывать только в сухой сезон. Очень важно правильно выбрать период для выкапывания, но также и правильно выбрать баобаб, иначе он может загнить, а затем погибнуть. В сезон дождей все баобабы заболачиваются, и их больше нельзя трогать. Появление листьев также говорит нам о том, что сейчас неподходящее время для выкапывания баобабов. Это знают все в деревне, даже дети. И есть одна очень важная вещь, которую необходимо обязательно соблюдать после выкапывания баобаба. Это подождать не менее 6 месяцев, прежде чем наполнять его водой. Иначе это катастрофа. Ему грозит смерть. Люди заполняют дерево водой во время короткого сезона дождей. Этот живой резервуар может хранить тысячи литров воды, и при этом баобаб не гниет, даже за десятки лет такой эксплуатации. Это исключительное явление в растительном мире. В этот раз засуха такая долгая, что дерево уже опустело. Тем не менее, резервуар нуждается
нуждается в уходе, нужно периодически срезать нарастающую древесину, иначе объем резервуара уменьшится. Хоть вода в этом резервуаре иссякла, но эти сельчане унаследовали еще 7 таких от своих предков. Только в одном осталась вода. Ее стараются растягивать максимально долго. Мыться приходится раз в месяц. Также запрещается заниматься стиркой и готовкой возле деревьев, чтобы не было соблазна потратить неосторожно больше воды, чем требуется. А вот когда воду приходится тащить сотни метров от дерева до дома, то волей-неволей расходуешь ее более вдумчиво. После каждого сезона дождя люди как можно скорее собирают воду возле баобаба и заливают ее внутрь дерева. Работает вся деревня, так как нужно успеть наполнить баобаб, пока вода не испарилась, а это происходит очень быстро. Во многих старых баобабах сама по себе появляется полая сердцевина без участия людей. Есть несколько разных теорий причин этого процесса. Места внутри так много, что тут находят свой дом не только различные животные, но и люди. Полые баобабы использовались в качестве магазинов, складов, могильных склепов и даже в качестве кафе. В Южной Африке до недавнего времени внутри одного очень старого баобаба был бар, который привлекал множество туристов. Ежегодно посмотреть на это необычное заведение приезжали более 7 тысяч человек. Баобаб этот, кстати, один из самых больших в мире, во всяком случае был. В 2017 году старое дерево разрушилось, уничтожив бар. Есть даже легенды, что дуплистые баобабы использовали как временные тюрьмы на пути к городу. Также в них могли временно содержать рабов, так как баобабы часто растут там, где раньше пролегал маршрут работорговли. Баобаб, благодаря своим способностям выживать в пустынях, дал возможность жить тут множеству видов животных и десяткам тысяч людей. Но существуют деревья, которые выбирают другую стратегию выживания в пустыне, нежели баобаб. У них нет широких стволов, хранящих огромное количество воды, зато есть кое-что другое. Здесь, в пустыне на Сокотре, далеком острове в Аравийском море, сезон засухи жесток. Однако это странное дерево способно его пережить. Ключ к его выживанию в пустыне в его необычной форме – это драцена драконовая. Эти деревья растут на вершине холмов, где почва очень бедна. Но есть неплохая замена. Редкая утренняя роса покрывает землю. Капли конденсируются на крупных плотных листьях. Жидкость стекает к середине ствола, а затем к корням. Вода тут слишком ценный продукт, чтобы потерять хоть каплю. Но капли, упавшие на землю, не потеряны окончательно. Раскидистая, плотная крона дерева работает как зонт. Ее тени хватает, чтобы вода успела просочиться в песок. Помимо этого, крона также дает тень корням, лежащим почти у поверхности. В этой пустыне растет еще одно дерево, похоже на миниатюрную версию баобаба. Это адениум. В своем толстом стволе он так же, как и баобаб, хранит много воды, чтобы дожить до прихода дождей. Дерево настолько выносливое, что растет на голых скалах. Но существуют пустыни, в которых существование никаких деревьев невозможно в принципе. Например, если эта пустыня состоит из огромных песчаных дюн, как, например, Такламакан в северном Китае. Это постоянно изменяющийся песочный ландшафт. Тут экстремальные перепады температура. Самое важное, дождя практически не бывает. Люди с зачатками здравого смысла скажут, что деревья выживать в таких условиях не могут в принципе. Однако природа готова поспорить. Здесь, прямо на дюнах, растет ефратский тополь. И он тут не одинок. Они не просто выживают тут, им здесь настолько комфортно, что некоторым из этих деревьев больше 1000 лет. Как им удается существовать в подобных условиях? Дело в том, что природа наградила их поразительно длинными корнями, которые собирают воду, а также соединяют соседние деревья в общую сеть, поэтому если одно из деревьев получит воду, другие смогут ее разделить. Но у некоторых деревьев условия обитания еще жестче, чем в любой пустыне. Перед вами крайне необычная картина. Дерево растет посреди моря. По всем правилам биологии, соленая вода должна была давно убить его, но почему-то не убивает. Это мангровое дерево спокойно себе цветет. Как такое вообще возможно? У этого растения есть интересная способность. Когда начинается отлив, корни мангрового дерева, покрытые бородавчатыми наростами, окруженные порами, захватывают в эти наросты воздух. Когда вода вновь затопляет корни, эти наросты начинают пропускать воду в растение, но отфильтровывают 99% содержащихся в них солей. Остатки соли скапливаются в нескольких ненужных листьях, которые желтеют и потом сбрасываются. Просто гениальное решение. Такая сверхспособность мангрового дерева привела к тому, что со временем появились огромные мангровые леса прямо на побережье океанов. Сложно поверить, но весь этот лес каждый день уходит под воду во время прилива, а потом осушается во время отлива. В этих местах океаническая вода во время прилива проникает на километры вглубь суши. Мангровым деревьям понадобились миллионы лет эволюции, чтобы адаптироваться к подобному. Никакие другие деревья в мире тут бы не выжили. Такой необычный лес создает крайне странные вещи. Перед вами мангровое дерево Ризофора.
Ее ствол не достигает до земли. Вместо него у нее есть сеть гигантских корней, которые поддерживают дерево в мягкой илистой грязи. Во время прилива в лес приплывает множество рыб, но многие из них ленятся каждый раз проделывать этот путь, потому во время отлива они делают нечто из ряда вон выходящее. Внутри некоторых корней упавших стволов есть тоннели. Их проделывает особая разновидность морского моллюска. Когда уровень воды понижается, рыбки заплывают в эти отверстия. Отлив продолжается, корни и стволы деревьев оказываются на суше, но рыбы в безопасности в заполненных водой коридорах внутри дерева. Да, существуют деревья, внутри которых живут рыбы. Просто феноменально. Но если вы думаете, что жизнь внутри дерева беззаботная, то это не так. Проходит несколько часов с начала отлива, и воды внутри дерева становится меньше, а потому эти бычки заплывают дальше вглубь лабиринта. Однако даже здесь, внутри дерева, есть хищники, которые охотятся на этих рыб. Это миниатюрный осьминог, и он терпеливо ждет. Это опытный охотник, но ему не всегда везет. В то время как рыбки пытаются скрыться от осьминога в темноте, вода внутри дерева продолжает заканчиваться. Все существа, зависящие от прилива, ждут его возвращения. Спустя несколько часов он, наконец, наступает. Вода заливает мангровые леса и затекает в тоннели стволов. Крошечные бычки начинают шевелиться. Эти стойкие маленькие рыбки выдержали без воды 6 часов. Они покидают свои безопасные лабиринты, чтобы полакомиться микроскопическим планктоном, который принесла морская вода. Помимо рыб и осьминогов, в мангровых деревьях любят жить черви-теридиниды. Хотя это не черви, а такой вид моллюсков. Они протачивают ходы с помощью модифицированной раковины и вырастают до метра в длину. Собственно, благодаря этим существам в эти деревья и заплывают рыбы. Эти черви стали настоящим деликатесом, и люди в поисках них заходят в мангровые леса, ищут стволы, продырявленные этими существами, после чего разрубают дерево и достают прячущихся в нем моллюсков. Некоторые их даже едят в сыром виде. Найти мангры, внутри которых живут теридиниды, очень непросто, нужно быть опытным искателем. Иногда охотникам везет, и они натыкаются на настоящий джекпот. Дерево оказывается переполнено червями на радость местным жителям, которые сразу же устраивают пир. Когда дерево разрубается, черви мгновенно умирают, так как воздух для них губителен. Перед употреблением нужно оторвать голову. Иногда в стволах находят настоящих гигантов. Такого целиком не заглотить. Это живая колбаса. Но внутри деревьев встречаются и более интересные вещи. Почти в любой части планеты, гуляя по природе, можно нарваться на вот такую необычную картину. Такие деревья называют дьявольскими. Огонь бушует прямо внутри них. Причем так гореть они могут несколько дней. Такое явление в природе совсем не редкость. Люди к этому руку не прикладывают. Такое происходит из-за естественных природных процессов. Зрелище одновременно завораживающее и пугающее. Причина этого явления – удар молнии, который поражает сухой и полый ствол. В итоге дерево начинает гореть изнутри, а снаружи долгое время остается невредимым. Внутри полого ствола часто образуется хорошая тяга, и огонь распространяется вертикально. Но бывает и прямо противоположная картина, когда из дерева течет вода. Эти кадры были засняты в Черногории, местные жители называют это дерево водяным. Уже 30 лет фонтан из этого тутового дерева периодически начинает извергаться. Объяснение простое – это горная местность. Тут под землей много родников, а после ливня их давление усилилось, и вода идет по пустотелому стволу вверх. А иногда встречаются деревья, из которых течет кровь. Ну, точнее, это не кровь, конечно, а такой цвет древесного сока, но он выглядит так похоже на кровь, что становится жутко. Стоит сломать ветку, и дерево будто кровоточит. На нашей планете есть несколько видов деревьев с таким цветом сока, в том числе драцена драконовая, о которой я рассказывал ранее. Этот красный сок деревьев использовался в качестве красителя еще в Древней Греции и Древнем Риме. Да и сегодня ему все еще находят применение в народных ремеслах, мебельной промышленности, парфюмерии и косметике. Также этот сок любят использовать в народной медицине. Но существуют деревья, из которых льется нечто более ценное – молоко. Причем люди его добывают в тех же целях, что и добывают обычное коровье молоко. Молочное дерево, как и многие другие представители тутовых, выделяет млечный сок, но в отличие от млечных соков других растений, он не ядовит, а вполне съедобен и вкусен. В отличие от настоящего молока, млечный сок молочного дерева имеет более густую вязкую консистенцию и бальзамический аромат, а после пребывания на воздухе густевает и становится похожим на сыр или творог. Это молоко не портится в течение недели даже в условиях тропического климата, хорошо смешивается с водой в любых пропорциях, при этом не сворачиваясь. Оно широко употребляется местным населением в пищу, как замена коровьему молоку. При кипячении на его поверхности выделяется воск, идущий на изготовление свечей и жевательной резинки. Но не любое молоко дерева можно пить. Множество других видов молочный сок не пригоден для употребления в пищу. Тем не менее, и его добывают. Для чего же? Сложно поверить.
поверить, но из него делают резину, точнее каучук, который потом перерабатывают в резину. Более 60% натурального каучука используют для изготовления автомобильных шин. Все вот эти предметы сделаны из сока дерева, а до изобретения синтетического каучука вообще вся резина в мире делалась из этого сока. Переносимся в джунгли. Тут каждое растение вынуждено сражаться за место под солнцем, потому что из-за густой растительности лишь 2% лучей достигают землю, а потому низкие растения недополучают так необходимый для их жизни солнечный свет. Конкуренция тут жестокая. 300 лет назад это дерево хура начало свою погоню за светом. Каждый день оно впитывало в себя воду и солнечный свет, необходимые, чтобы вырасти в гиганта. И оно успешно выполнило задачу, необходимую для выживания любого дерева, а именно подняться выше полумрака нижнего яруса джунглей. Теперь оно купается в лучах солнца. И это привело к кое-чему удивительному. Успехом данного дерева воспользовались другие. Теперь на его ветвях растут тысячи различных растений. Это виды папоротников, орхидей и инжира. Тысячи растений растут на одном единственном дереве. Эти растения обхитрили систему и живут по принципу: если не можешь победить, то используй тех, кто может. Так происходит по всему лесу миллионы лет. Эволюция — хитрая штука. Растения, растущие на деревьях, даже становится домом для различных животных. Эта лягушка лезет вверх по дереву, таща на своей спине своего ребенка, головастика. Для нее это дерево настоящий Эверест. Лапы этих лягушек прилипают к стволу, но одна ошибка может стать последней. На дереве ее уже ждут соседи. Более 5000 крохотных животных живет на нем. Лягушка знает, в одном из растений, растущем на дереве, а именно в бромелии, есть внутри вода, что делает ее идеальным питомником, а большая высота над землей защищает от наземных хищников. Лягушка оставляет головастика и уходит за другими, которых надо также разнести, каждого в собственные ясли, в собственный бассейн бромелии. Лягушка постоянно проведывает своих детей в каждом растении и приносит им еду в виде неоплодотворенного яйца, и так, пока они не вырастут и не превратятся в лягушек. Многие виды лягушек остаются всю свою жизнь в этих бромелиевых прудах на деревьях. Здесь у них есть все, что нужно. Еда, убежище и вода. Жизнь, можно сказать, удалась. Но вот есть только одна проблема. Существует вид обезьян, которые додумались до того, что в этих растениях часто можно найти свежее мясо. И теперь они начали заглядываться в эти кувшинки с водой в поисках лягушек. Но одними обезьянами риски для жизни лягушек, живущих в бромелиевом бассейне, не заканчиваются. Дожди в джунглях бывают регулярные, и они не дают бассейну лягушек пересыхать. Казалось бы, это благо, но иногда хорошего бывает слишком много. Когда вода напитывает листья и кору, древние деревья становятся тяжелее. Ливни смывают верхний слой почвы. Вековые деревья стойко переносят проливные дожди, пока однажды не происходит это. Падение гиганта, уничтожающее целую экосистему, жившую на нем. Когда падает дерево таких размеров, у зеленой крыши джунглей появляется брешь. И это не остается незамеченным. Только представьте, весь подлесок тут пребывал веками в тени, а теперь внезапно он озаряется светом. А это означает старт новой гонки в попытках занять это вакантное место под солнцем. Дожидавшиеся своего часа семена начинают прорастать. Все стараются обогнать друг друга. Вьющиеся растения быстро стартуют и сразу же душат другие ростки. Очень быстро павший гигант весь покрывается молодой растительностью. Пустота заполняется и превращается в роскошную поляну. Однако, помимо тропических дождей, деревьям-гигантам угрожают и другие вещи. Просто вот в чем дело. Не все растения, которые растут на них, являются безобидными и мирными. И вот только что семена одного из них вместе с фекалиями животных были принесены на ветку. Этому растению нужно больше питательных веществ, чем оно может найти на дереве. И потому оно начинает делать нечто странное. В то время как большинство деревьев растет вверх, к свету, это действует совершенно иначе и опускается в темноту. Его корни спускаются вниз, достигая 50 метров в длину. Этот спуск может занять годы, но в конце концов растение начинает достигать земли, пока оно еще не представляет опасности для своего хозяина, на котором растет. Но все становится иначе, когда его корни касаются земли и проникают в почву. Получая из почвы воду и питательные вещества, корни становятся толще. Некоторые животные пользуются ситуацией и используют эти тонкие корни, чтобы взобраться наверх, дабы добыть плоды. Не будь тут этих корней, эта обезьяна бы никогда не рискнула пойти в такую высь, так как одна ошибка, и ты труп, ведь эти деревья выше 20-этажных зданий, а тем временем растение-паразит пускает все новые и новые корни. Там, где корни соприкасаются, они сплетаются вместе. Теперь судьба дерева-гиганта становится предрешенной. Оно оказывается в смертельных объятиях фикуса-душителя. Пройдут годы, и эти корни задушат хозяина. По мере своего роста фикус также всасывает большую часть воды и питательных веществ, предназначавшиеся для хозяина. Побежденное, не способное расти гигантское дерево, погибнет.
гибнет. Его убивает собственный паразит. Десятилетия спустя только куски гниющей древесины будут напоминать о том, что когда-то здесь стояло огромное дерево. Фикус-душитель, опираясь на свои корни, стоит на месте остатков диптерокарпуса. Победитель в вечной борьбе за энергию с солнца. Теперь он будет использовать свои позиции для размножения. Фикус дает множество плодов, на которые слетаются животные со всей округи. Они за неделю тут съедают все. А потом вместе со своими экскрементами переносят семена фикуса на другие деревья, и колесо сансары дает оборот. Фикусы-душители создают поистине завораживающие картины. Не каждый день увидишь, как огромные корни свисают с большой высоты. Итак, как мы уже знаем, деревья-гиганты не являются неуязвимыми, их убивают стихийные бедствия и другие растения. Однако это не единственная угроза для них, некоторые животные тоже представляют опасность. У этого растения было 80 миллионов лет для разработки эффективной защиты. Это анчар, одно из самых защищенных от животных растений в мире. У него высокий и скользкий ствол, который источает ядовитый сок. Ветки только на самом верху, потому не за что зацепиться. И хотя этот гигант неуязвим для животных, но парадокс заключается в том, что именно поэтому его животные и убивают. Неуязвимость дерева сыграла с ним злую шутку. Дело в том, что птицы быстро поняли, что раз на это дерево никакой хищник не сможет залезть, то значит оно является идеальным местом для создания гнезд. В итоге каждый раз во время сезона муссонов дерево привлекает сотни блестящих скворцов, которые на нем гнездятся. И, естественно, испражняются они тоже тут. Каждый год птицы производят более четверти тонны помета. Токсичные химикаты в помете создают мертвую зону, окружающую дерево. Корни поглощают токсины, и они перемещаются по стволу в каждый лист. В итоге ветви начинают отваливаться, а вместе с ними и гнезда. Но птиц это не останавливает. Ветка за веткой отравленное дерево медленно умирает. Оно стало жертвой собственного успеха. Неподалеку еще одно такое же дерево постигло та же участь. Оно погибло и уже начинает разлагаться. Его поглощают грибы. Если мы говорим о настоящих деревьях-гигантах, то тут нет равных знаменитым калифорнийским секвойям. Это реальные титаны. Без сомнения, самые большие деревья на Земле. Они могут достигать высоты больше 100 метров, а весить как 20 голубых китов. Каждый день они поднимают по своему стволу от 2 до 3 тысяч литров воды на высоту 30-этажного дома. Секвойи растут всю жизнь, у них нет ограничений по высоте. Например, самая высокая секвойя в мире за 800 лет жизни достигла высоты 116 метров. Выше, чем статуя свободы, и одна из главных причин, по которой она почти перестала расти, это дятлы, которые повредили ее ствол на самой вершине. Помимо этого, когда секвойи вырастают слишком высокими, атмосферное давление становится чересчур большим, им все труднее доставлять наверх воду, и верхние листья начинают высыхать и отмирать. Именно окружающая среда ограничивает их рост, а не сами деревья. В идеальной среде эти гиганты могли бы жить вечно. Некоторым из этих деревьев уже 2000 лет. Их поражающее воображение высота привлекает множество скалолазов, причем некоторые экстремалы лезут без применения какого-либо дополнительного снаряжения за исключением страховочной веревки. Эти хвойные леса получают солнечную энергию не пару месяцев в году, как тайга, а полгода, поэтому эти деревья растут в 10 раз быстрее своих северных собратьев и живут тысячи лет. Переносимся на юг Британии. Тут растут еще более старые деревья, чем секвойи, некоторым 4000 лет. И один из видов тисовых, тут в Сассексе, иногда доводят до паники местных жителей. У них пугающий способ опыления. В теплые весенние дни открываются соцветия мужских деревьев, выпуская большие облака пыльцы. Их объем становится столь велик, что часто пожарным поступают звонки о якобы лесном пожаре. Пока пыльца оседает, она может попасть на женские деревья тиса, оплодотворяя их. Возвращаемся в Мадагаскар. Тут, в засушливой части острова, можно найти один очень интересный колючий и непроходимый лес, подобный которому вы больше нигде не увидите. Растения утыканы иглами. С их помощью они вылавливают крупицы влаги из воздуха и поглощают его всем стволом. Листья небольшого размера приспособлены к минимальной потере влаги и надежно защищены шипами. Крайне недружелюбная земля. Но это не единственные колючие деревья в мире. Есть еще несколько видов, которые вместо того, чтобы жертвовать листьями или ветвями для защиты, используют иглы, как, например, сейба великолепная, готовая отразить любую атаку. С ней точно лучше не связываться. У некоторых деревьев шипы могут достигать 20 сантиметров, как, например, у гледичи. У нее шипы настолько большие и острые, что несколько раз прокалывали шины тракторов. Ну а наткнувшимся на них людям они ломали кости. Есть теория, что такими шипами дерево обзавелось во время мамонтов и других больших животных, чтобы защищаться от них. Но они вымерли, а потому теперь столь крупные иглы ей не нужны. Однако
Однако эволюция слишком медленная, чтобы растение так быстро скорректировалось и устранило свои колючки. А это одно из самых необычных деревьев, которое только можно себе представить – радужный эвкалипт. И он сходу выделяется среди всех других видов эвкалипта своей раскраской. Сошедшее словно из детских фантазий, это дерево является единственным видом эвкалипта, который в диких условиях растет в северном полушарии. Из-за своего внешнего вида его обожают использовать в качестве декоративного растения. Раскраска коры постоянно изменяется. Кора опадает ежегодно, но всегда в разное время. Внутренний слой ярко-зеленый, но по мере созревания он темнеет и меняет свой оттенок. Так получаются наслоения синего, фиолетового, оранжевого и темно-бордового тонов. Из-за своих качеств это дерево активно применяется для изготовления бумаги, обычной белой бумаги, из-за чего наблюдается чрезмерная вырубка этих деревьев. Вообще, чрезмерная вырубка лесов — это большая проблема. Например, этот баобабовый лес, который является одним из самых уникальных в мире, от которого зависят множество животных, был вырублен под корень сразу после этих съемок. Его больше нет. Теперь там выращивают сельскохозяйственные культуры. На острове сохранилось лишь 3% этих лесов. Из-за обезлесения климат сильно меняется. Сейчас на Мадагаскаре он стал еще более засушливым, чем 15 лет назад. У нас есть надежные научные доказательства того, что чем меньше лесов, тем реже идут дожди. Муссоны становятся менее обильными, и сейчас это происходит по всей Земле. За каких-то 100 лет мы вырубили половину лесов на планете. Это грозит большой катастрофой. Ученые пророчат крах цивилизации в ближайшие несколько десятилетий только из-за одного факта обезлесения. Но леса могут восстановиться, если дать им шанс. Лучшим доказательством этого является Чернобыль. После техногенной катастрофы этот город превратился в город-призрак. Зону загрязнения объявили непригодной для проживания на ближайшие тысячелетия. Но, несмотря на это, даже тут растениям очень хорошо. Их никто не трогает, а потому природа тут стремительно возрождается. Если им не мешать, то деревья готовы расти где угодно, даже на крышах зданий. Всего за 10 лет развалины города Припять покрылись растениями, а по мере восстановления леса сюда начали возвращаться животные. Сначала считалось, что звери забрели сюда по ошибке, но вскоре выяснилось, что город Призрак наводнили организованные группы животных. Спустя лишь 20 лет их популяция тут сравнялась по количеству с самыми дикими уголками Европы. В зоне отчуждения одних только волков обитает в 7 раз больше, чем за ее пределами. Потрясающее воскрешение природы в районе Чернобыля всего за 30 лет говорит о невероятной стойкости лесов. Если мы дадим всем лесам такую возможность, они снова покроются. Александр Сергеевич Пушкин. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверя разобоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обвешалый вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздалый, нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буря за уванием, ты мой друг, это мне на? Или дремлешь под жужжанием своего вертина? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердце будет веселее. Вспомни песню, как синица тихо за морем жила. Вспомни песню, как девица за водой поутру шла. Бурям мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверя на собой, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердце будет веселее. А сейчас я проведу интеллектуальную игру викторину с мальчиком 7 класса. У какого растения самый большой цветок? У рафлезии. Самое быстро растущее растение? Бамбук. В каком климатическом поясе находится город Акстафа? В субтропическом. Какие грибы продают в маркетах нашего города? Шампиньоны. Кто впервые привез картофель из Южной Америки в Европу? Испанцы. Родина арбуза? Африка. Родина голубой ели? Северная Америка. У какой птицы самые маленькие яйца? Колибри. Самая крупная птица? Страус. Сколько лет живут орлы? Более 100. Самое быстрое наземное млекопитающее животное? Гепард. Как называется пчелиный клей? Проходец. Какое животное самое высокое? Жираф. Самое большое млекопитающее животное? Синий кит.
Первый антибиотик, открытый Флемингом в 1929 году. Пенициллин. Из семян какого растения получают шоколад? Какао. Птица, способная летать как головой, так и хвостом вперед. Колибри. Где обитает белый медведь? Арктике. Какую массу имеет синий кит? 150 тонн. В плодах какого растения больше всего витамина С? Шиповник. С помощью чего дельфины отыскивают добычу? Ультразвуком. Вымерший дикий бык? Тур. Какой длины рождается детеныш у кенгуру ростом 2 метра? 3 сантиметра. Сколько лет живут слоны? 70 лет. С какого возраста начинается долгожительство? 90. Какой самый редкий цвет глаз у человека? Зеленый. Какому цветку посвящены строки стихотворения Самеда Бурбуна? Цветущая среди долины гор, тебе вверял я тайны старых гор. Какому поэту принадлежат строки стихотворения? Дубовый листок оторвался от ветки родимой. Какому поэту принадлежат строки стихотворения? Клен ты мой опавший, клен заледенелый. Какое животное символ Азербайджана? Вот и наши победители. Молодцы! Хайям – великий персидский поэт и философ, который во всем мире прославился своими мудрыми изречениями. Вот одна из его цитат. «Как часто в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим, чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем, кто нас так любит, обижаем и сами извинений ждем». Итак, цитата Омара Хайяма. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой листве зеленый вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душой не дорос. Молчание щит от многих бед. А болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, но сколько жизни он сломал. Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать тела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепло. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Дай хлеба одному, навек запомнит, другому жизни пожертвовать не поймет. Эссе про хвойные деревья. Кинель. Хвойные деревья. К хвойным деревьям относятся сосна, ель, кедр, кхта, кипарис, лы и другие. Хвойные деревья выделяют большое количество кислорода, больше, чем другие виды деревьев. Хвойный лес называют тайгой. Прогулка по лесу снимает стресс, улучшает газообмен в легких. Эти растения выделяют летучие вещества – фитонциды. Фитонциды убивают грязнотворные бактерии. В хвойных лесах обитают дятлы, совы, лоси, олени, белки, медведи, волки. На нашем школьном дворе растут сосны, кипарис, туя. У всех хвойных деревьев имеются шишки с семенами. Елка, елочка – так называют хвойное дерево ель. Ель – обыкновенное стройное дерево с пирамидальной кроной. Ель тенаминозова и благолюбива. Любит плодородную почву. Маленькие живут 5-7 лет. У ели красивые шишки. Вы видели часы с кукушкой? Так вот, шишки в этих часах еловые. Ель, как и сосна, выделяет много кислорода. А елька дубая – настоящая сказочная красавица. Обычный рыжак ель зародился в Германии. В Азербайджане ель стали нарожать под Новый год. С конца 1935 года ее украшают новогодними игрушками и гирляндами. И уже никто не может себе представить этот праздник без нарожженной елки. Видео о павлинах.
my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Она ленива, шелестя листвой.
и со злою силой он на клён напал. И в неравной складке по кудрявой лён из души печальной раздаётся стон.